у 25-го номера не получилось. Шепард. Пока он молчит, как и все остальные баскетболисты Нижнего, кроме Владимира Ивлева. И 11-й номер Нижнего. Шепард. Взаимодействие с Владимиром Ивлевым играет. Под кольцо от Задрового и сверху колотит Ивлев. Шепард здесь чуть было мяч не потерял. И вот здесь набирает 2 очка, 9-8. И вот продолжает прогрессировать. Зоткин. Передача на Чадова от паркета. И Александр дежурный. 2 очка левой нерабочей рукой. Здесь тут больших нет. Все-таки игра ногой была зафиксирована. Поэтому 14 секунд на владение у Нижнего. Кендалл Смит. Вторую трешку для себя в этом матче. 28-22. Мини-спурт от Уралмаша. 6-0. Ганкевич левой рукой понес и забил. Ганкевич. Экс-игрок и молодежной команды Химок, молодежной команды Руны. От Кендалла Смита. Играет теперь взаимодействие с Владимиром Ивлевым. Скидка наверх. Бабурин. Ну что ж, первая трешка капитана. Октавиус Элис. Как и Евгений Бабурин, например, который с Нижним играл еще в Евролиге. В той команде был лидером Рочести. Перехват совершил, кстати, Евгений Бабурин. Мы за этим следим. Это его первый сегодня соперником из арбитра. Вот что значит профессионал. Кендалл Смит совершает перехват. Убегает сам же в отрыв. И по-рабочей крестьянски не стал. Добавление от Элиса. Первые для него очки во второй половине. Стрибков со средней с передачи Воронцевича. Точен. И здесь затруднил, как этот бросок, Невилсу. Шепард. Открыт на средний. Скидка на Беленицкого. Михаил 2 плюс 1 оформляет. Здесь свой коллектив на дистанцию в 6 набранных. Зло его команде, что 24-й номер Уралмаша передачу не выдавил. Бабурин атакует с дистанции. Это вторая матрешка сегодня. И там без мяча Навучкович. Стрибков вставляет мяч Шепарду. Тот против Нельсона. Это неравноценный размен. Скидка на Стрибкова. Как же довели до Ивлева. Но это фирменное движение мяча от Паренен. У Владимира сегодня уже 10. Зоткин обозначает комбинацию. Передает дальше Смиту. Кендалл 2 плюс 1. Через Пескова реализует. И во второй половине тяжело играть, безусловно. Во-первых, он пропускал ввиду травмы последний матч против